Когда становится совсем плохо, что делаете, чтобы стало лучше? Ничего, опять же. Улыбаюсь. Нахожу какое-то веселое занятие. Смотрю какие-то положительные фильмы, вот, комедии. Пою. Когда совсем плохо, что делаете, чтобы стало лучше? Медитирую. Привожу себя в порядок. Надеваю хорошую одежду, улыбаюсь. И куда-нибудь иду в гости, к друзьям, к подругам, либо к себе приглашаю. На улицу иду куда? Отдыхаю. Обнимаю свою любимую жену. Надо делать так, чтобы не было совсем плохо. Релакс, спокойствие, мягкие мысли, Коран. Музыка, хорошие фильмы, как все традиционно. Занимаюсь спортом. Девушка спасает.